Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха, 18-й день. Забираем вот этот вот сундучок. Так, что это у нас там за рога? А, у нас, видимо, новое событие началось. Да? Прав я или нет? А, где у нас... А, ну-ка. Так, не использовано, ну это понятно все. Так, начать сезон. Да, сезон рынок. Как ты видишь, у нас вот эти вот кубки, рога. Премиум. Перозмей. Ничего себе, крутой чувак. Зергулья. Ну, типа как горгулья, да? Смертявый. Летосвет. Огнелед. Ничего себе. Вечерняя звезда. Детеныш Кривоклыка. У него даже тоже детеныш есть. Скользкокрыл, такого я видел. Он даже у меня есть. Скоростная сарделька, это у нас. Я понял, ребята, это образ. Это у нас образ. Ну что, давай заберем. А что это так мало-то? Подожди. Что-то ты как-то тут схалявничал, по-моему, беззубик. Тебе так не кажется? Сейчас этих ребят отправим. Ну что, сразу, наверное, пойдем защищать Олух. Как ты считаешь? Давай, наверное, попробуем сразу бомбануть. Вражеский флот 67 уровня. Блин, ну это будет, наверное, жестко, друзья мои. 15 лямов древесины я даю для того, чтобы просто принять здесь участие. Так, надо нападать вот с этой стороны. Именно вот с этой. 3, 2, 1. Вперед. Так, сразу начинаем с беззубика. Так, кто там, какая лодка именно? Вон она бомбит. Так, давайте вдвоем. Ветрокрыл вам. Чё, ветрокрыл? Блин, ветрокрыл, вот. Какая там лодка сейчас бомбит? Эй, да вы не туда пошли-то, зачем же вы... Не туда вы полетели, а? Да переключитесь вы сюда-то. Что они делают, я не могу никак понять. Они куда... А, не, все правильно, правильно бьют. Но мы потеряем ключ, возможно, даже два ключа, друзья, скорее всего. Ни одна лодка по нам не бомбит. Один ключ мы профукали, как ты видишь. Но мы жарим. Жарим эту лодочку. И по нам, кстати, никто не стреляет. Давай, 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 родные. Есть! Ну, что я тебе скажу. Отлично. Мы разобрались с этим флотом. Один ключ, конечно, потеряли, но это не страшно, поверь мне. Заберите свои награды. Конечно, заберу. Спрашивают еще. Так, 6 шестеренок, 7 шестеренок и 30 рун. Открыть? Нет, не надо мне открывать. Мне и так достаточно. Ну, а теперь, естественно, я нашего беззубика отправляю. Подожди, подожди, какое приключение? Ты че, Рэй, совсем что ли? Не надо никаких приключений. Нам нужен топор. Это топор, который мы никак несчастно найти не можем, блин. Я уже не знаю. Ну давай воющие рощи, может быть, здесь получится найти. Не хочу просто я руны тратить, друзья. Можно было бы его за руны отправить, но не хочу. Так, отказываемся от выгодного. И вот, топорик и фрукт забираем. Дальше. Не грусти, костями похрусти. Ну, сарделька, что ты там мне принес? Ага. Заколочка. Ну, а по итогу нам что достанется? По итогу нам достается тусклый янтарь. 52 штуки. Ну что же, отправляю я его тогда дальше в путешествие. Пускай летит. Но, блин. Было бы прикольно, если бы выпало бы нам 300 железа. И эти 300 железа еще бы выпали нам на рулетке. Вот это было бы прикольно. А так, один тусклый янтарь нам дают. Жмоты несчастные. Просто жмоты. Так, Кривоклык. Ну ты-то дай хоть пак-то. Сейчас, как всегда, либо шестеренки, либо яйцо. Дает шестеренки. Три штуки.
Давай, подожди, это нам не надо. Лети. И остается Грамгильда. Острокрылый змеевик. Так, ну что, здесь вроде бы все разобрались. Посмотрим сейчас, вот тут у нас накопилось. Накопилось, делаем обменку. Делаем обменку и смотрим. Так, соточку он мне принес. Соточку он мне принес. Так, лети. Тоже пока лети. Собирай древесину, убивай лорд. Собирай рыбу. Так, покормим. Отправим его на тренировку. Громобой получил у нас 111 уровень, друзья. И можно было бы его прокачать до 112, но, как видишь, не хватает у меня рыбы. Так, отправляем. Отправляем. Эти вроде бы все пока, да? На отдыхе. Здесь у нас отлично. Мелкаш прокачался. Ну-ка давай сейчас. Бесплатно. Полетел. Полетел. Так, где у нас тут? На островке-то. Ну, Громорог, будешь прокачиваться? Да, конечно, будет он тебе прокачиваться. Жди. Держи карман шире, как говорится. Не хочет и все. Вот не хочет он. Хоть ты тут тресни пополам. Хоть ты тут тресни пополам. Так, награда. Что у нас здесь? Уже награда какая-то есть? О, 40 железа, друзья. 40 железа. Смотри, как героический икинг. Блин, ну это только премиум аккаунт. А у меня, получается, сухой док будет. И вот эти вот. А что у нас вот, если посмотреть в пак? Ох ты. Бизонарх, беззубик годовщины. Ого. А, это образ. Перешкур. Нифига себе. Грозный коготь. Брюхобур. Сладкая смерть, лохматый вой. Летний арбуз. Не, вот этот, конечно, Бизонарх, наверное, прикольный чувак. Наверное. Я не знаю, насколько он прикольный. Так, ну что, давай, наверное, паки откроем. Монетки в копилочку. Штормолес, Громель, ужас. Понятно. Давай следующий тогда по Шурику. Так, монетки. Штормолес, Лаварык, Прихвостень. И все. Окей. Так, отказаться. Что я хотел? Я хотел посмотреть, у нас... Блин, у нас же еще тут, ребята. Прокачанный. Иди тренируйся. Иди тоже тренируйся и... Все, нету места в академке. Ага. Дом построен, теперь получить ячейку в книге дракона. Ты серьезно? Твою налево, ребят. 9000 рун. Ну что ж, теперь будем копить 9000 рун, чтобы открыть ищейку нам. Вот так вот. Так, это забираем. Это тоже забираем. Так, я же сказал, иди на поиски. Сколько расширение стоит? А, ну тут, тут только викинги нужны. Ну, видимо, не только викинги. Просто когда будут викинги, мне скажут, сколько нужно будет рун для открытия. Так, а вот, друзья, и сухой... Нет, вру. 30 рун. Сухой док, я думал, а? Держи карман шире. Так, паки, паки, паки. Обычный. Громобой, шторморез, древоруб, водорез. И редкий. Шторморез, костолом, кревет, чудовище, шепот смерти, громовой защитник, кривоклык. О как.
Два пака на одном дыхании, да? И здесь еще награду заберу. Ну что, ребят, давайте смотрим, сколько у нас осталось. 8 часов 29 минут до конца сезона. Естественно, ноги в руки и вперед. 3400. Вот ты думаешь, что лучше, территорию открывать или 9000? Не, наверное, 9000 надо, ребят, накопить. Как по мне. Не знаю, напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Ну что, а я пошел на событие. Найти шлем викинга. Нашел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это вот только вот так он могу открыть. А тут еще, не, конечно, не светит мне. Не светит, ничего мне здесь открыть. Ну что, вперед и с песней. Осталось тут... Подожди, кто-то мне сказал, что мне придется еще докупать. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, и вправду придется докупать одну энергию. А почему это так? Сфига ли это? Так, он еще и первым ходит, а? Ты посмотри на него. Ну, хорош, оборзевший. Давай-ка лупанем. Теперь этого. Так, ну тут, как всегда, три волны. Сейчас будет глушить. Сейчас будет глушить. Это Кривоклыку досталось. Но он у нас парень не слабый, поэтому он выдержал этот удар. Достойно причем. Окей. Так, опять пропали звуки, да? Звуки борьбы. Не знаю, что с этим делать. Это какая-то болезнь в этой игре. Так, ну что, я не знаю, наверное, шепот будем все-таки колбасить. Наверное. Так будет оптимальней. Потом душителя. Трэш какой-то, посмотри, что вытворяет. Ай-яй-яй. Нет, надо сюда лупить. Блин, мне не нравится вот эта вот полоска здоровья. Совсем, блин, не нравится. Что это такое? Вещи вытворяет. Надеюсь, ты выживешь у меня, Кривоклык. Не хотелось бы тебя потерять. Твою налево, блин. Пожадничал называется, а? Друзья, это называется, я пожадничал. Ну и как я буду сейчас... С третьей волной драться, блин. Ой-ой-ой, тут еще и мини-босс. Ладно. Попробуем. Ну, этого, конечно, мы сразу в минус вгоним. Меня больше красный нервирует. О, этот еще и усиленную атаку взял. Это не есть гуд, друзья. Естественно, придется вот так вот плод мудрости тратить. Иначе тут все потекет, как говорится. Блин. Конечно, надо было этого уничтожать в первую очередь. Оу, нам повезло. Нам вот сейчас в данный момент очень крупно повезло, что он промашку дал. Так, костоломчик. Ну что ж, давай поговорим, потолкуем, как говорится. Фига себе потолковали. Ты что-то слишком какой-то борзый парень. Слишком уж борзый. Такие дамаги наносишь, офигеть можно. Да, ребят, тут... Я просто молчу. Тихо в сторонке грущу. Но ему крышка в любом случае. Все, ребят, добиваем. Ну вот и колесо. И выпадает нам рыба, что, кстати, очень даже неплохо. Рыба всегда нужна, так же, как, в принципе, и древесина. Ну что, давай сделаем поединочек и заберем какой-то там пак. Случайно вроде называется, или как-то так. Ну что, опять три волны. Встречает нас громобой, как ты видишь. Музыку, как говорится, никто не заказывал, поэтому ее никто не стал включать. Давай попробуем вот так вот. И добить его надо. Барсик, фас. На второй волне нас встречает Шторморез и Костолом. Собственной персоны.
А зачем мне так делать? Хиляться мне пока не нужно. То, что у Барсика мало здоровья, это его проблемы. Вообще, ребята, вообще весь звук пропал, прикинь. Это вот у игры это просто какая-то болезнь. Вот никогда я не помню еще, чтобы игру мы полностью проходили без перезагрузки. Постоянно приходится перезагружать, потому что вот так вот звук куда-то исчезает и все. А это плохой знак, потому что игра может вылететь в любой момент. Так, переходим с тобой на третью волну и смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас шепот и опять же шторморез. Но они оба у нас, как тебе сказать, шустрые, да? У нас как раз классовое преимущество. Видишь, у нас идет стрелочка вверх по ним, если бомбить. А если они будут по нам бомбить, у них будет стрелочка вниз, красненькая. То есть это будет означать, что у них будет слабая атака по нам. Вот видишь, слабая атака, а он бомбит, естественно, в кривоклыка. И это, наверное, туда же нет. Этот почему-то решил не бить. Ну что, добиваем. Вот и все. Ну что, очередное колесо крутанем, и после него уже перезайдем в игру. Отлично. Почти 300 лямов. Нет, 300 это слишком много окрулил. 250. Так, пак. Окей. Я его забираю. И перезахожу в игру. Двигаемся дальше. У нас мини-боссик. Подожди-ка, а разве до этого не мини-боссик же был? Тоже, по-моему, мини-боссик. Так, прихвостень и шепот. Тут понятное дело. Сразу берем шепота в разделку. Хотя тут, как сказать, парящий прихвостень тоже. Мама, не горюй, паришь колбаски. Может так вжарить, что уши завернутся. Ну... Понятно. Я, наверное, пока не буду тратить ничего. Оставлю, так сказать, на добивку. Вот и правильно. Хиляемся и добиваем. На второй волне громобой и стальной... Нет, это, наверное, все-таки змеевик. Поехали. Это все-таки змеевик. Терпи, Барсик, терпи. Так, подожди, а если я укус? Блин, нет, фигня. Придется потратить наш суперудар для того, чтобы его добить. Да, это еще не последняя волна, друзья. Ну как он тяжело разбирается, а? Это потому что мини-боссик. Это мини-боссик, друзья. И на третьей волне, я так понимаю, будет еще мини-босс. Трындец какой-то. Колбасишь, колбасишь, а ему пофиг. Ну вот и третья волна. Здесь два мини-босса. Здесь два. Так, душитель. Надо с ним разобраться быстренько как-то. Очень быстренько, оперативно. Сейчас они вдвоем сходят. Промахнулся, отлично, так и надо. Еще ты промахнись, и будет вообще все в шоколаде, ага. Этот промахиваться я не собирался. Ну что там, елозишь? Что, понижение брони? Кусаем. Блин, а почему так мало кривоклык? У него же... Он же зеленый, это твоя, как говорится, услада должна быть. А ты так бомбишь слабо. Угу, 200 лямов. Отлично. Ну что, двигаемся дальше. У нас... Раз, два. Да, два поединка, и все-таки на босса нам придется покупать энергию. Так я не понял, а как так получается-то, а? Нет, можно не покупать, можно, конечно, подождать до завтра, но... А как ты до завтра? Через 8 часов события кончатся. До завтра подождать, ага. Что-то я совсем того. Придется сегодня отыгрывать. Так, у нас остается кревет. Блин, сейчас что-нибудь мочканет, да?
Это фигня. Их тут уже трое, блин. Не было, называется, печаль. Ну куда ты лезешь-то? Вот. Нифига вы, ребята, тут из-под тишка, что ли? Не-не-не-не-не-не, так было не пойдет. Хорош. Захотели они, блин, мне кривоклыка уничтожить, прикинь. Так, сейчас будем с этого продолжать. Хотя лучше шустрого, наверное, разобрать. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ничего. Сейчас хилочку влепит, наверное, скорее всего. Промахнулся. Он просто тупо промахнулся. Ну что, добиваем его. А здесь у нас... Твою налево. Я сделал это только для того, чтобы всем нанести побольше урона. Ай-яй-яй. И вот начинается у них вот это вот. С пониженной броней. Хорошо. Минус. Промахнулся, так тебе и надо. Косолом, успокойся, не надо тут дышать ни в кого огнем. Так, он меня и послушал. Ну это последняя волна, да? Последняя. Можно немножко и расслабиться, верно? Сейчас он, наверное... Фига себе, ты видел? С укуса, с одного, ребята, укуса. Да. Я офигел немножко. Ладно, мы зато выиграли здесь. Древесина. Отлично. Древесинушка тоже никогда не бывает лишней. Ну что, забираем пак, который содержит элитных. Шторморез, древоруб, душитель, громорог, водорез, кривоклык. Все. Остаются два последних поединка. Опять же, мини-босс. Три волны. Так, так, так. Ну, наверное, вот с этого начнем. Громобой-то, мне этот не нравится. И душитель тоже здесь. Точнее, дымодышащий. Трэш, ты посмотри, что вытворяет. Да, вот такие вот пирожки. Это только первое. Оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо. Сейчас. Ой, ребята, что сейчас будет? Сейчас будет жесть. Сейчас будет жесть. Эти сейчас будут сами. Нет, не сами. Вот сам будет ходить. Произвольно. А это вот такой вот из-под тишка, а? Красавчик! Шторморез, ты красавелла. Он, ребята, сделал массовую атаку. Пыхнул, так сказать, пламенем и дал отхил на наших ребятулек. Так, ну что, добиваем? На второй волне, ё-моё. Блин, тут еще и громорог. Ладно, попробуем сделать. Надо было зелень, конечно, бомбить, потому что кривоклык зелень хорошо бомбит. Стражей. Этот еще тут ни к силу, ни к городу приперся, да? Ладно, это было. Это было терпимо. На самом-то деле. Поехали сюда. Вот, начинается. По барсику, конечно. По кому же еще можно бомбить? И этот под халим лезет. Финтифлюшка. Во. Куда он сейчас будет бомбить? Понятно.
Он не успокоится, да? Я не успею забомбить, друзья. Пришлось потратить последнюю, как говорится, грушу. А ведь это еще не босс. Но у нас, если что, есть вот прилив сил 11 штук. Я думаю, этого хватит. Блин, какой-то... Блин, тут еще и водорез этот. Ай-яй-яй. Ну давай. Блин, неужели не добью? Не добил. Промахнулся. Замечательно. Я обожаю, когда промахиваются. Че, опять хиляемся тогда, получается? Другого варианта все равно нет у нас. Как ты мне дорог, а, душитель? Точнее, дышащий. Ну вот, водорез остался один. Нам, естественно, будет его намного проще разбирать. Даже если кого-то потеряем, мы все равно его ушатаем. Давай, добивку. Так, 200 лямов рыбы. Окей. Ну что, ребята, придется брать. Сколько стоит восстановить? 65, да? А 250 получим. Ну, все равно как бы мы в плюсе, получается, да? Получается так. Но здесь две волны, как я вижу. Так, начну вот с этого. С пристиголового. Ну что, ребята, вылетела игра у меня. Так что попробуем продолжить. Надеюсь, в этот раз все пройдет более удачно. Так, ну что, две волны, как мы уже это помним. И начну я, пожалуй, с пристиголового. Так. Кусаем. Понижаем броню. И ждем. Ё-моё, тоже броню понизили. Допустим. Опа-на, он промахнулся. Он промахнулся. Так, я, наверное, сделаю укус сюда. И отхилимся. Допустим. Блин, пониженная броня, мне не нравится это. Так, громобой сейчас укусит, или что он здесь делает? Ай, блин. Понимаешь, мне даже хильнуться нельзя. Он заблокировал мне способности. Тогда делаем, знаешь что? Тогда сделаем, наверное, вот так. Ага. Погнали. Давай-давай, бомби своего кореша. Блин, хильнуться все равно не успеем, да? Твою дивизию. Сейчас влупит, мне кажется. Ух, у нас здоровье-то вообще микроны. Блин, и что делать? Ладно. Сейчас он, по идее, добьет своего кореша. Блин, у меня больше другой смущает. Как мне вот здесь вот здоровье восстановить полностью? С пониженной броней он же сейчас делает супер-атаку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Игруши-то нет у меня. Смотри, сейчас делает массовую атаку, скорее всего. Ты прикинь, вот лопух, он мог меня спокойно сейчас наказать, но он этого не сделал. Так, ну что, вот у нас главный босс, последняя волна. Ёк-макарёк, два скалотряса. Это плохо. Сейчас они начнут пережевывать. А ты кого? Лево и лаворык, да, тут? Тут как тут. Продолжаем. Так, здесь придется тратить
Это вот хоть, фу, хотя бы одного уничтожили. Слушай, сейчас, наверное, покатится, да? У них, видишь, энергия накопилась полностью. Я боюсь, что они сейчас будут делать свой суперудар. А суперудар у них, знаешь, какой, да? У скалотряса. Он начинает катиться и... Блин, он этого не делает почему-то. До свидания тогда. Понижаем броню. Блин, нифига он крепкий. Так, хорош буянить. Восстановим здоровье чуть-чуть. Укусим. Вот докопался, а ты посмотри. Так, 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 давай, ладно. Понижаем броню опять же. И укус. Сейчас, наверное, защиту поставить себе. Или отхил. Ага, защиту. Все-таки он поставил себе защиту. Да. Крепкая броня-то у него. На тебе. Мне кажется, что мы его победим. Никуда он от нас не денется. Ну что, остается добить его только. Поехали. Раз. И два. Все, друзья, событие пройдено. Крутим колесо. Смотрим, что нам здесь выпадет. А выпадает нам рыба. Выпадает нам рыба. И забираем 250 рун. Окей. 250 рун. Так, и открываем набор. Во-первых, так, рыба. Рыба у нас фул. Чё, пак? Только лишь. Рыба, древесина, руны. 150 рун, друзья мои. И лаварык-защитник. Но он же у меня есть. Ведь есть же. Конечно, он у меня есть. Пускай летит в ангар. Так, а теперь я хочу отправить моих драконов на поиски. Так, тебя в первую очередь соточка. Давай, полетел. А что это он сидел у меня тут просто так балдел? Я не пойму. Блин, надо его отправлять за рыбой, пускай летит. Так, а здесь 700... Ё-моё. Так, стоп. Кто у нас там? Погоди. Кто-то у нас еще же. Тут за древесину. Это не то. Давай тогда его отправим. Лети. Пак, мне интересно, доступен или нет. Ну-ка посмотрим. Да, наверное, еще не доступен, да? А, нет. Есть, можно взять. Покупаем древесину. Отлично, по фулочке забили. И теперь я отправляю вот его. Вернись. Лети. Ну что, неплохо. Там сотка, здесь сотка. Это уже будет 290. И плюс этот 30 нам принесет 400. 400 руды будет. Это значит, что мы сможем его прокачать. Да? Или же... А что тут или же? Или же все. Что они тут хотят? А, древесина же еще есть. Так, здесь пока открывается. Ну что, друзья, я думаю, наверное, мы на этой ноте с вами... Погоди-ка, погоди-ка секундочку. А что это у нас? А что они так быстро прилетели-то? Или я их не отправил? Вроде же как отправлял.
Ладно. Спокойствие, только спокойствие. Сейчас я доотправляю всех, чтобы они тут у нас не шуркались без дела. Обучить. Давай, иду и за рыбой. А ты что тут притулился? Давай тоже, добывай рыбу нам. Все должны работать. Вот, теперь все. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.